Комплексное развитие микрорайонов Сходня и Ферсановка обсудили местные жители и председатели многоквартирных домов с главой городского округа Дмитрием Волошиным. Парковки, благоустройство дворов и создание спортивных площадок – эти темы стали основными на встрече. Также руководитель муниципалитета отметил, в микрорайонах Сходня и Ферсановка продолжают активно строить детские сады и школы. Согласно генеральному плану, который мы с вами приняли в прошлом году, у нас запланировано еще 5 школ и 7 детских садов. Построить именно в микрорайоне Сходня. Вы все прекрасно знаете, что мы являемся абсолютными лидерами по развитию социальной инфраструктуры. Химки за 5 лет построили 31 детский сад и 5 школ. Сходня и Ферсановка занимают четверть территории городского округа. Здесь проживает каждый пятый химчанин. Для них к 2023 году будет отремонтировано около 150 тысяч квадратных метров дорог и больше 200 подъездов. Также по просьбе жителей во дворах установят дополнительное уличное освещение и площадки для воркаута.